Переходим к следующему упражнению. Мы хорошо размяли заднюю поверхность бедра и икроножные мышцы. И сейчас будем делать выпады. Но не просто делать как бы выпад, да, а делать это тоже мягко, постепенно. И тем самым еще больше растягивая, прорабатывая тазобедренные суставы и мышцы наши, которые участвуют в ударах в хайкиках и шпагатах. Итак, исходное положение. Правая нога спереди, левая сзади. Так, немножко шире. Все зависит опять-таки от твоей растяжки. На вдох. Исходное положение. Сейчас руками себе помогаем немножко. На вдох ладошки вверх. Набираем полную грудь воздуха. И на выдох руки опускаем. И стараемся сделать максимальный выпад. То есть максимальный выпад — это тот, да, как ты можешь, конечно, насколько тебе позволяет растяжка, но желательно, чтобы левая нога, например, да, практически лежала на полу, колено доставало до пола. И опять исходное положение, на вдох поднимаемся. Также это укрепляет мышцы бедра, мы как бы делаем приседания на одной ноге. И поехали, я покажу по 5 раз на каждую ногу. На 2 секунды пауза в максимальной точке. Смена ног. Если ты еще не можешь держать равновесие, баланс, можешь руками опираться об пол, когда делаешь выдох. Если падаешь, старайся держаться, можешь поставить рядом стул, чтобы придерживаться. Спинку старайся держать ровную, прогнутую, не сгибаться, не сутулиться, а все ровно, красиво. Контролируй дыхание, старайся мышцы держать расслабленными. Это упражнение можно делать 10-30 раз также. Восстанавливаемся.